Почта России запустила новогоднюю почту для писем Деду Морозу в своих отделениях. Отправить письма можно будет не только главному Деду Морозу в Великий Устюг, но и его коллегам из других регионов. Жители и гости Чувашии смогут написать о своих мечтах и желаниях чувашскому зимнему волшебнику Хельмуджи. Опустить письмо с желанием в почтовый ящик можно будет с 1 по 31 декабря уходящего года. Опустить письмо можно в специальный новогодний почтовый ящик в центральных почтовых отделениях каждого города и районного центра республики. Рядом с почтовыми ящиками вы увидите таблички с изображением Хельмуджи и его точным адресом проживания – этнокомплекс Ясно, село Кшауши. Чтобы письмо попало к получателю, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. Сотрудники почты будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Хельмуджи или Деда Мороза. В прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 220 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых.